Ну что ж, ребятушки, всем привет! Я рад приветствовать всех вас на своем канале Слава Барандозов. А это значит, что у нас сегодня будет новая распаковочка. На этот раз она будет посвящена финалу Кубка Стэнли 2023 года между командами Golden Knights Las Vegas и Panthers Florida. Да, Golden Knights одержали победу в 4 матчах в серии. 4-1, получается, выиграли. Достойные были соперники. Круто сражались, много было заброшенных шайб, много было всякой борьбы, толкотни там, ну, в общем, все как всегда, как в НХЛ. Вот, ну что ж, ребят, хочу напомнить вам, что у нас до достижения 1000 подписчиков осталось совсем немножко, и когда мы наберем, то запилим какой-нибудь конкурс, розыгрыш на какие-нибудь наклеечки, карточки там, ну, посмотрим, что ближе туда к делу, но... Я обещаю, что конкурс на 1000 подписчиков 100% будет на канале. Так, ну что ж, а мы, наверное, начнем распаковывать данную коллекцию. Ребят, такие коллекции никогда не распаковывал, смотрел только на ютубе. В общем, коллекция это 21-22 года, то есть прошлогодняя. Ну, еще она, наверное, немножечко должна быть актуальной. Ну, в общем, посмотрим, тут ни слова по-русски нет. Все на английском и французском, я так понимаю. Как я понимаю, опять же, здесь нет каких-то карточек, там, супер-пупер с автографами, с джерси, там, и тому подобное. Простые карточки базовые, ну, какие-то вот ретро-вариации, да. Ну, здесь вот указан процент выпадения, там, каких-то новичков, голубой параллели, там, желтый параллели, красный, одна карточка на 36 коробок. И вот здесь вот где-то написано, какая-то новички... Феном, что-то там, короче, комплект сет 1 к 43 200 коробкам, что ли. Такое должно быть выпадение. Или карточка. Ну, или. Ну и что же у нас здесь? Сколько здесь у нас? 8 карточек упаковки, 9 упаковок. Сколько упаковок? 9 упаковок, все верно. Ну, что, вот так это выглядит. Пусто. Вот так выглядят наши пакетики. Прикольные, яркие. Ну, конечно же, забыл сказать, кто у нас здесь изображен. А здесь у нас изображен Остен Мэтьюс, Торонто Мэпл Лифс команда. Так, ну что ж, погнали, ребят. Первый пакетик. Посмотрим, кто у нас выпадет. Так. И что же у нас здесь? И у нас первый вратарь, это Линус Ульмарк, Баффало Сейберс. Вот так это выглядит. Обожаю вратарей. Собираю сам карточки вратарей, наклейки вратарей. Так что, если у кого-то что-то есть, пишите. Так, Джордан Беннингтон, Сент-Луис Блюз. Опять вратарь. Классно. Так, командный чек-лист. Коламбус, так кто-то выглядит. Прикольно. Так, какая-то необычная карточка, тоненькая. Тол Гай, по-моему, называется. Джон Карлсон, Вашингтон. Прикольно. Так, сюда. Наверное, вот это какие-то редкие карточки вот эти вот. Кейн Фиала, Миннесота Вайлд. О, еще один вратарь Малком Сабан, Чикаго Блэкхокс, прикольно. Трэвис Санхайм, Филадельфия. И Брэндон Галлахер, Монреаль Канадиенс. Что ж, ребят, прикольные карточки. Достаточно плотный картон. Печать, конечно, на высоте. О, Евгений Малкин. Так. Филипп Курашов, Чикаго. Так. Ник Фолиньо, Торонто Мэпл Лифс. Дилан Ларкин, Детройт. Марки Руки, Ворочек, Спенсер Найт, Флорида Пантерс. Классно. Так, это тоже, походу, какая-то отдельная подсерия. Так, сюда. Эли Толванин, Нэшвилл. Остен Мэтьюс, ребята. Остен Мэтьюс, который изображен на коробке, на самих пакетиках. Но, правда, в белой форме. Остен Мэтьюс, Торонто Мэпл Лифс. Классно. Рикард Рейкел, Анахайм Дакс. И Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинс. Классно. Так, здорово, что наши выпадают еще игроки. Так, ну, вратарей насыпало прям достаточно. Я рад, что попалась какая-то вот редкая подсерийка. Спенсер Найт, Флориден. Так. Коламбус, Александр Тиксиер. Так. Филадельфия, Оскар Линдблюм. Опять командный чек-лист, ребята. Это на этот раз Нью-Йорк Айлендерс. Так, сюда. Колорадо, Габриэл Ландескок. Это у нас получается как раз вот эта вот ретро-карта. Так, она выглядит чуть по-другому.
Так, прикольненько. Давайте сюда. Ну вот, голубая рамка. Мэтт Мартин, Нью-Йорк Айлендерс. Тут тоже все голубое. Синее, точнее. Так, сюда давайте положим. Нью-Джерси Дейлс, Андреас Джонсон. Зак Сенфорд, Сент-Луис Блюз. И опять Флорида, Густав Форслинг. Флориды достаточно уже насыпало, а не одного Лас-Вегаса. Интересно, попадется ли кто-нибудь Лас-Вегаса. Ну, правда, составы уже, конечно, не актуальные, но все-таки. Энтони Дюклер, Флорида. Питтсбург Пингвинс, Брайан Думалин. Андрей Свечников, ребята, Каролина Харрикейнс. Так, классно. Так, марки руки. Ретро-карта, Тайс Томпсон, Нью-Джерси Дэвилс. Классно. Ну и что же, ребята, здесь у нас желтая карточка такая вот длинная. Это Сидни Кросби. Прикольно. Так, сюда идем. Рейнджерс, Крис Крайдер, Нью-Йорк. Егор Шарангович, ребят. Егор Шарангович, Нью-Джерси Дэвилс. И Кэлен Дехан, Чикаго Блэк Хокс. Так, прикольно. Прикольно. Ну что же, всяких разных карт насыпало. Всяких разных посередичек. Достаточно интересно. Так, Чикаго. Вашингтон Кэпиталс. Ларс Эллер. Оттава, Колин Уайт. Новичок желтенький. Коул Кофилд. Это Монреаль Канадиенс. Так, сюда. Дрейк Баттерсон, Оттава. Джонатан Губердо, Флорида. Валерий Нечушкин, Колорадо, Эвеланч. Вроде Вэл Нечушкин вроде остается даже в Колорадо на следующий сезон, несмотря на все перипетии, слухи и так далее. Так, Ника Штурм, Миннесота Вайлд. И Сет Джонс, Коламбус, Блю Джекетс. Так, прикольно. Малкин, Нечушкин, Свечников, да? Прикольно. Так, все наши. Почти все. О, опять вратарь. Дерси Кемпер, Аризона. Прикольно. Опять Аризона, Николас Хьялмарсон. Опять вратарь Вилли Хасс и Сент-Луис Блюз. Четко. Так, что это такое? Сезон ревью. Пиус Судор, Чикаго Блэк Хокс. Еще одна какая-то подсерия. Так, опять ретро. Джей Ти Комфер, это у нас Колорадо. Сюда. Кейт Яндл, Флорида. Смотрите, о, и Вегас как раз. Николас Хак. Как правильно, напишите в комментариях. Вегас. Первая карточка Вегаса, ребят. Не гоже так с чемпионами поступать. Томас Татар, Монреаль Канадиенс. Так, ну что, ребят, осталось всего три. Три, да, действительно, три. Три пакетика. Мат Зукарелла, Миннесота. Конор Хельбюк, Виннипег, вратарь. Эндрю Коп, Виннипег. Так, команда чек-лист опять. Вашингтон Кэпиталс. Сюда. Три команды чек-листа. Йонас Корписала, Коламбус, вратарь, отлично. Еще один вратарь, Кайл Петерсон. Лос-Анджелес, классно вообще. Еще Брайан Эллиот, Филадельфия Флайерс. Классно, ребята. Блин, за столько вратарей я прямо очень счастлив. Ну, это капец. Все пойдет в коллекцию. Кайлер Ямамото. Так. Эдмонтон, кстати. По-моему, тоже первая карточка от Эдмонтона. Так, прикольно. Кстати, тут написано какой-то бонус пак инклюдит, но никакого бонус пака здесь не инклюдит. Почему? Может быть, тоже какие-то там непонятные коробки встречаются. Итак. Анахай Майти Дакс, Хампус Линхольм. Еще Якоб Ларсон Анахайм. Ретро. Мэпл Ливс, Торонто, Пьер Энгвелл. Так, сюда ретро. Желтенькая карточка Райана О'Райли. Сан-Луис Блюз. Желтенькая, так. Баффало, Джефф Скиннер. Томас Грайс, Детройт. Вратарь. Назем Кадри, Колорадо. И Марк Эдуард Власич, Сан-Хосе Шаркс. Кстати, первая карточка по Сан-Хосе. По-моему, у меня такая коллекция есть, если я не ошибаюсь. Надо посмотреть. Да, до этого, ребята, просто участвовал в аукционах, никогда не покупал сам такие блоки. В аукционах участвовал на... Кто же здесь у нас? Это уже Леон Драйзайтель, ребята. Это Леон Драйзайтель. Так. Печально, что не на какой-то там ретро-карточке или еще чем-нибудь. Ну, тоже ничего, пойдет. Участвовал в аукционах на нашем любимом сайте Эластикере.
Ну и к тому, что никогда не покупал такие вот боксики, тут решил вот прикупить. Если кто-то знает, где купить такие боксики уже нового сезона, последнего 22-23, пишите в комментариях, буду очень вам признателен. Ну и также, кому нужны будут какие-то карточки, вы пишите, не стесняйтесь, можем договориться. Ну, все там же, на ластикере, все описание там вот у меня внизу всегда есть, там можете найти. Там как поддержать канал и все остальное. Так, Джон Таварес, Торонто. Так, Марки Руки, Кален Эдисон, Миннесота. Сюда, где-то у нас такой Марки Руки был. Никита Кучеров, ребята. Никита Кучеров, Тампа. Классно. Эрик Карлсон, Сан-Хосе. Филипп Майерс, Филадельфия. Дарен Козенс, Баффало. И Джеспер Брат, Нью-Джерси. Ну что ж, ребят, на этом закончилась распаковка. Вот такая куча мала карт. О, а что это я сюда-то положил? Так, сюда. Куча мало карт. Ну и вот всякие подсерийчики, смотрите. Вот, вот всякие ретро карты. Maple Leafs, Colorado. Две Colorado, Maple Leafs и Нью-Джерси, марки руки. Три чек-листа команд. Capitals, New York Islanders и Columbus. Так, вот таких вот тоненьких, длинненьких карточек. Раз, два, три, четыре, пять. Две простых, три желтых, одна с новичком. С новичком, тут кажется, как будто она даже потолще, что ли. Так, ну это просто кажется. Потом марки руки вот такие вот. И голубая параллель какая-то. Такая вот. New York Islanders. И вот такая горизонтальная карточка. Ну что ж, прикольно, ребят, прикольное ощущение. Много, кстати, вратарей, чему я несказанно рад. Чему я несказанно рад. Все вратари пойдут мне в коллекцию. А вы, если вам что-то нужно, пишите, договоримся. Еще раз напомню, что все координаты снизу в описании. Проходите, не стесняйтесь, пишите. На все письма отвечу. Ну и ставьте большие пальцы вверх, жмите колокольчики. Ну и всем мира и добра. Пока.